Да, туда-сюда, мы предлагали, мы ждали, пока они одумаются. Один получил травму, не сумел перевести, значит, на ту сторону перейти. Второй получил травму, но уже мы его, так сказать, перевезли, потому что травма оказалась не столь тяжелой. Потом мы им натянули переправу, сказали, ну, ребят, это ваша переправа, вы ее, считай, натянули, все, давайте теперь жить дружно, вы переправляетесь, все. Меня просто поразило, что они там переправлялись еще 2 дня. Факт. То есть это гениально. Вот эта гениальность, понимаешь, она показывает только то, что когда люди идут, скажем, при определенной системе подготовлены, они быстрее проходят походы, они надежнее проходят походы, и умеют делать больше. Ну, то есть, в принципе, ты не задумываешься, кто должен идти первым, кто вторым, кто третьим, кто за кем, и сможет ли тот кто-то обеспечить должный уровень безопасности. Ну, вот эта группа.